Наконец, здесь я рад разговаривать для вас вновь. Напоминаю, что 30 апреля состоится турнир в формате 1 на 1. Любой желающий может попробовать побороться за скромный призовой фонд. Сколько есть, столько есть. В дальнейшем, надеюсь, сумма будет увеличиваться. Ну а сегодня мы продолжаем смотреть повторы, которые вы заказываете 4 на 4. На карте Рианские джунгли не самая популярная, не самая лучшая карта для этого режима. Но ники игроков я вижу знакомые. Хоффман, Нубдур. Нубдур, братцы, это игрок очень и очень старый. И когда я только начинал играть 13 лет назад, Нубдур уже был старичком и играл свои шары. Катал свои шары. Давайте сейчас глянем. Гоу, Хаусит. Ну, неплохой вариант с течем, на самом деле, талонами сразу полететь к своему соседу и так далее. Карта-то огромная, летающая. Большие стены, переходы, которые выходят в центр, поэтому единственное решение это только-только-только летать летающими юнитами, талонами, самолетами, стелсами, серафимками и так далее, и так далее, и так далее. Вот единственное, что мне приходит на ум на этой карте. Если Хаусит пойдет в талон, это будет хорошо. Ладно. Некрон. Для некро прыгать лордами, кидать свежи в тыл. Все. Все. И потом потихонечку выйти в Т2, в Т3, в Т3 и с помощью ложного монолита сделать имморталов и развалить базу. Тау, Нубдур, собственно, вот он, герой программы. Нубдур. Сделать море стелсов при поддержке, наверное, с веспидами, с барракудами. И то же самое, полететь по тылам, рейды, разваливать точки, отравить жизнь. Еще один некрон. Да то же самое. Знаете, абсолютно то же самое. Свежи, лорд прыгает, свежей подкидывает, потом духи немножко поедут. И вот как-то так. СМ. Ну, братцы, СМ, это мастер дипстрайков, дропов. С ним не сравнится в этом плане никто. Единственная фракция, у которой, ну, кроме Некрона, наверное, еще. Единственная фракция, у которой вся армия, вот вся армия может появиться в любой точке карты, в любой практически момент, начиная с Т3. СМ. Эльдар делает тэч. Ну да, правильно, вайперы, сокола, правильно. На начальном этапе погадит полетать, а потом с драконами врата построить где-нибудь, знаете. Прыгнуть, построить в закутке врата и оттуда высаживать своих драконов. Построить еще техстанцию. Ну знаете, как на Казире это делается в предыдущем реплее. Тут можно сделать абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Кто еще? Гвардеец. А вот с гвардейцем, братцы, все посложнее немножко, потому что гвардеец, он прямолинейный, ему надо бежать на Т2, бежать в одну сторону, прямо куда покажет генерал, и вот в ту сторону бежать, нестись и убивать там врагов. Полетать, погадить он ничем не может, какой-то партизанскую войну он развязать тоже ничем не может, только бежать вперед толпой. Ну, как вариант, единственное, отыграть Т2, Т3... Закачку Т2 полную сделать и при поддержке сентов, гвардейцев, специализации идти пробивать вперед. Ну, рискуешь напороться на двух, на трех. Ну, Тау здесь работает неплохо. Кто хотит Тау? А это Нубдур работает, уже понимаете, Нубдурчик. Да, побегал, точку захватывает, вот уже отравляет жизнь. Снайперы без разведки, Киллиан Сан. Это худший вариант, что может только быть. Снайперы без разведки. Вы не знаете, кто там. Вы не знаете, во что они идут. И это просто потеря ресурсов времени. Я согласен. Они очень сильны будут, когда закачаны. Когда невидимые со всеми четырьмя грейдами своими. Я согласен. Но сейчас это просто груши для битья. Нубдур. Лобстер. Лобстер. Барак. Точка. Немножко не совсем удобно смотреть привычно на эту карту. Ладно, ладно, Гвардосик. Гвардос течится. Гвардос течится. Идет Т2. Да, все абсолютно верно. Гвардос идет в Т2. Точка грейжная, точка грейжная. Грейжная. Все четыре точки он прогрейдил. Идет Т2. Молодец, генералишка.
Дженерале! Вардосы, бэкап, стелсы, нобдур. Забрали. Ну что, ух ты, смотрите. Парни из левой команды, они забирают уже вражеские точки-то, кстати. Переходят в наступление. Какой, замороженный пингвин? Ну, потому что некроны... Дефайлер! Вот, собственно, во что вышел этот хаосит. Вышел в дефайлера. Турелечку построил, гены здесь защитит от потенциального залета кого-то технического. Но первый деф... Неверное решение. Нужны талоны лететь через стенку. Талоны. Что ты сделаешь дефайлером? Ты просто будешь шагать по этой большой карте, идти куда-то в никуда, неизвестно куда. Ну, постреляешь, форса, согласен. Но, блин, нужны кардинальные действия. Некроны, потому что некроны, поэтому немножечко позицию они сдают. Стесненная позиция будет у них. Один, три, два некро. Нобдур Тау. Т2. Вот он, дефайлер. Куда ты? Идите, идите, идите. Хоффман. Ну, Хоффман неплохо. Это, по-моему, он был хаосит играл. Играл только дуэльки. Солярка. В мили. В мили, гоу. В мили, да, конечно. Турель сейчас два некро раздолбят. Все, они втроем они здесь. Ну вот, минус турелечка. Масс инвеш. Сейчас еще второй солар. Знаете, как классно будет? Куда ты столько турелей строишь? Тут некры. Сейчас второй солар и хорошо. Ну, талон. Гошечка, молодец. Гоша, Гоша, я буду называть тебя Гоша. Вот и все. Вот она, техника хаоса, теч хаоса. Смысл от этих турелей, это ты что ж ты построил их здесь? Сломали. Хорошо. Некрон Лорд уже Т2. И вот. Решительное наступление сил хаоса при поддержке некронов. Вот и все. Чинит, чинит, чинит. Б. А чё Б-то? Чё Б-то? Ломайте. Талоном надо убивать рабочего, который чинит. Порт. Но немножко поддавили, напугали. Нобдур. Вот Нобдур, смотрите. Вот все, что я сказал. Партизанская деятельность оп Нобдура. Он это делает. Быстро вышел в Т2 и начинает уже гадить. Гадить, летать по тылам. Вот что надо делать на этой, на большой, на любой, на большой карте с извилистыми коридорами, лабиринтами, проходами и так далее. Вот это нужно делать. И Нобдур это делает. Ну, было бы странно, если бы Нобдур этого не делал. Господи, он старее меня в этой игре. Он всю свою жизнь играет 4 на 4 и 3 на 3. Всю свою жизнь, все свои, я не знаю, 15 лет он играет в эти режимы. И до сих пор играет, братцы. Так, показали, некроны показали зубы. Ну, как классно профессор Старлан это сделал. Смотрите-ка, он все видно, вылазит. А вот теперь опасно. С толсами здесь вы уже нагадили. Талон прилетел. Два талона. Ох, Гоша, молодец. Вот, вот только сразу надо было вот это делать. Сразу. Сразу надо было делать. И стелсами лететь уже не обратно, а к следующему, к следующему, к следующему, понимаете? Тут талоны занимают, жизнь отравляют, а вот Гвардос, что где ты? Вот он мой сладкий. Ты все делаешь правильно, Гвардосу нужно именно долбить на Т1, когда на Т2, когда идет вот эта война партизанская, тыловая. Здесь нужно гвардейцу именно на Т2 закачивать, закачивать, закачивать. Сенты, молодец, сенты, турельки. Мы с ракетницами, понимаете, как СМА задерживают здесь, заставляют делать его ненужные вещи. Вот он полетел к следующему, но Абдур пока меня радует, бесконечно радует. Гвардеец стал раш. Веспиды, о, а вот... С веспидами ты напрасно, ты их сделал. Они уже не актуальненькие. Смотрите, как работает Нобдур. Вот так тихонечко, потихоньку, помаленьку. Ну а что, а парни давят. Парни, левая команда давят. За счет того, что здесь некры, которые пока ничего не делают, по тылам не бросают. Киллиан Сан. Киллиан Сан закачивает смов на арене. Не самое лучшее решение на самом деле. Не самое лучшее. 10 минут, у тебя все еще они видимые. От лобстера три шагателя идут. 4 разбирать монолитик. Попробуй-ка рискни-ка, пройдись к монолиту. А вдруг выгорит. Темпесты.
сломали точку Гены, вернулся КС для того, чтобы сдетектить двух этих стелсов. Ну что, видишь, видит, Набдур видит. Еще два талона. А кого ты испугался-то? Смов, стреляй. И вот, ага, 4 лорда бью. 5 лордов, 5 от лобстера. Ну, здесь и мортальчики. Против форса с молотом лучше не драться, он технику будет убивать. Не то что. Одного направил сюда. Два лорда некронов как ходят здесь. НВшки грейжные. Сент. Гвардейцы. Вот, отравил жизнь гвардейчику. Отравил, надо стоять. Об атаке пришлось забыть. Надо вот тылы защищать, турельки строить. Понимаете? О, и здесь теперь работает. Лобстеру жизнь отравляет. А парни вообще не готовы, не готовы к этому. Совершенно не понимает, а Набдур, Набдур шикарен. Посмотрите, что он творит. Набдур молодец, вот два столса жизнь отравили. А сам тихонько тычется. Тихонечко тычется, правда ресов много, ничего не делает больше. Так делай, иди в Кауйон Манка, что у тебя, иди. Эти вообще стоят. Ну, работает, работает. Че, Орликин, Орликин, лобстер сообразил. Некрон монолит делает, здесь 11 минут монолит. Хорош, хорош, вот что ты тычется, затечился в моник. Второй мон есть. Правильно. Мазь теперь мортальщиков. Мазь, мазь. Мазь. Кстати, на этой карте, когда я 10 лет назад играл здесь по ФАшечку, очень любили мы затыкать вот этот проход узкий, вот этот узкий проход, как у девочки, монолитом затыкать, и через него техника проехать не может. Только по одному идет пехота. Набдур, гайс, ю сосете сок. В общем, он недоволен, потому что он работает неплохо, а парни немножечко... Нет, ну Кофман, он отбивается, он работает. Здесь монолит, нормально, вопросов нет. И значит, система ему отвечает, что заткнись, нубас. Заткнуть проход, поодиночке они сюда проходят, а здесь масса турелей стоит. И вот они, турельки, вместе с парями, лордами-дестройерами, здесь их убивают. Так что можете попробовать. Так, что Некрон делает Хоффман? Хоффман играет. Что делает Хаусит? Готовит себе... Два талона висят. Так лети, лети куда-нибудь, лети. Набдур молодец. Набдур молодец, работает, но теч у тебя медленный, господин Набдур. Где ты? Вот он. У тебя ресов куча, а у тебя нет до сих пор Т3, Крайзисов, я не знаю, Эфирил. У тебя ничего нету больше. Это верное замечание. Ну лети, лети, лети. Увидел, лети. Полетел. Неплохо, неплохо, неплохо. Клип обзор Мора Владин, упс. 3v2. Пишет Гошечка. Ох, подловил. Подловил, подловил. Полетел. Не, снайперы добьют. Смотрите. Бабах. Нету, сказал добьют. Добили. Снова на одну единственную точку Гошечка летит. На одну точечку единственную. Никак он сломать ее не может. Облиты. Вот бабах. Была пачка смов и исчезла. О, вот они, ваши смы. Вот они, судьба ваших смов. Так, ага. Значит, здесь редкие залеты. НВшки. Блодинопс. Вы бладинопс. Ну, наконец-то мантка. Спустя 5 минут надо было начинать уже что-то идти. Чё? Мы будем стоять, правильно. Что сейчас делать некру? У тебя прирост колоссальный. Просто на мазь сейчас себе имморталов, на мазь, на весь лимит забей. Ругается, значит, Нобдур со своими союзниками. Юэра щит нупс и так далее, и так далее. Здесь сливчик, бедный гвардец, ездит, всех спасает. Ух ты, один на один, может быть, ты хочешь? Ох ты, божешки. Намасить имморталов и прыгнуть и разбивать тылы. Прыгнул, один мон, без прикрытия. Так, ну ладно, портанул. Да-да-да, портанул, хорошо, хорошо. Что-то у нас от системы идет. Что-то идет у нас.
Все вот эти один на один, ну знаете, господи, это детский садик один на один. Ой. Хоффман монолит. Хуесит. Че, опять новые облиты, а? Новые облиты. Слабовато, Гошечка, слабовато. Наконец-то что-то стоящее от система. Наконец-то удар по базе. Наконец-то. Лжец. Хелдред. Не то. Серые приехали со смами, но убой. Ух ты, ух ты, ничего себе от лобстера здесь сколько шагателей. 2, 3, 4, 5. Но здесь масса имморталов. Хэви Дестройер. Масса имморталов. Сейчас их уберут. Сейчас заберут. А так, центр, идиот. Так надо заранее предупреждать. Заранее. Против двух ты здесь бьешь. Против трех. Гвардеец бедный туда-сюда ездит. Туда-сюда ездит. И нападать не может, только ТВ защищает. Прилетел Нобдур. Пошел по центру. Турелечки. Нет, добьется, конечно. Добьется. Лучше имморталов. Лучше имморталы. Монолит чинить надо начинать. Вычинивать. Не подготовился систем. Не подготовился к такому прыжку. Хэви Дестер, Хэви Дестер. Ну, настреляет. Ну, давайте, давайте уже. Разваливайте их, давайте. Угу. На центре. Только пари. Некрон Лорд. Пари сольют сейчас. Блолит живет. Смы. Ну, отбились. Некрон продавил здесь. Толпа стоит. Порт. Порт надо делать с лжецом. Порт на помощь быстрее. Хоффман. Правильно он пишет, Хоффман. Правильно. Сделай что-нибудь. Сраный нуб, господи. Ну. Ты-то что делаешь, Нобдур? Баракутки только делаешь. Ты хорошо, Нобдур, поиграл на Т1, хорошо на раннем Т2, но сейчас ты стоишь и тормозишь. Нужно атаковать. Да, конечно, нужно атаковать, Гошечка. Атакуй. О, космодесант пришел к тебе в гости с ответным визитом. Есть, две пачки, темпосты, дредноуды полетели. Да, еще. Бомбардировка прямо по базе. А, это облиты, кошмары. Хорошо, вот это я понимаю. Телепорт главочки. Вот это я понимаю. На центре портанул сюда. Портанул пробивать Гвардоса на центре. Ну ладно, в принципе, куда-нибудь надо пробивать. Бейнблейд. Бейнблейд. Здесь идет возня. Систем живет. Даже не пытается чинить свой монолит до сих пор. Даже не пытается свой монолит вычинивать. Любитель... Один на один позвать. Чини свой монолит. Так, хорошо. Сейчас здесь тяжело будет. Сейчас за Гошечку возьмутся. Возьмутся, возьмутся. Но на центре продавливает. Вроде бы как две призмы. Копья нужны, копья. Maybe help? Maybe help? Есть такая книга «Помоги себе сам». Называется. Все, Гошу убили. Гоша мертв. Гошу завалили, Гошу победили. Здесь продавлен, беззащитен. Беззащитен. Трайнг. Пытаемся, что пытаемся? Так у тебя два хэви дестройера. Так начни стрелять по главке хотя бы. По машинпиту, по кому-нибудь. Нет, он по терминаторам стреляет. Ох, Некрон Лорд пришел. Оживляй. Некро ФК. Никакой не ФК, вранье. Все бьются. Все сражаются. Эх, как облиты классно их продамажили. И побежал через всю карту на помощь. Аватар, призмы, копья нужны. Здесь систем продавливает. Ну, наконец-то стрелять стал. Наконец-то. Туда, куда надо стрелять. Попадание, конечно, у вас. Бог ты мой. Ну что, бот обмен? Да нет, не будет обмена. Хоффман кидает свежей. Не будет. На центре вот успех. Левый фланг Некрон систем продавливает. Главка сейчас упадет у Киллиан Сана. Вообще беззащитен.
беззащитен попросту, систем. Но Бдур, Хоффманы, Гошечка. Одержимые. Талоны. На центре неплохо. Где, кстати, Бенблейд? Хаммерхеды от Нобдура. Победа. Здесь победа. Здесь завязаны. Ну, парни справа вроде как продавливают. Если на центре будет успех. Ну, вот два хаммерхеда. Один хаммерхед, грубо говоря, забрал две призмы лобстера, которые вообще не контролились. Вообще не контролились. Аватар. Посмотрите, какой мизерный урон у аватара. Ну, мизерный. Вообще мизер. Так только танковать, знаете, урон на себя принимать. О, наконец-то чинить начал, молодец. Еще один лжец. Отстроился систем здесь. Здесь возня отбили Хаусита, спасли. Хоффман здесь, то есть вот два некра, один на левом фланге, другой на правом фланге. Хоффман и Систем работают. Центр, правда, они проиграли. Проиграли, проиграли. Будем говорить так, как есть. Центр они сдали. А вот левый и правый фланг они защитили. И на левом фланге, причем успех хороший у Система. Хороший. Story Acquisition. Еще монолит. Правильно, правильно. Ну, наконец-то Хоффман додумался делать имморталов. Я думаю, он делает то, что... Мы понимаем, что он будет делать. Это прыжок и телепорт всех этих имморталов куда-то к кому-то на базу. Три базы осталось, только-то три базы. Лучше к гвардейцу прыгнуть вот сюда вот. Тут вроде как какая-то возня идет. Свежеватели набрасывают. Бенблейд выехал. Наконец-то гибельный клинок. Хаммерхедик. Перестреливает Хаммерхед с Лиманом. Вот в этой суматохе надо именно выфокушивать то, что нужно. И вот именно эти они и занимаются. Ложный монолит пал. Один под Фандер. Ну и что ты своими снайперами делал, дружище? Что ты ими делал? Нет, братцы, нет. Пауки от лобстера, причем грейжены. Удивительно. Здесь выбрасываются освежеватели все время сюда. Но они только лишь тянут время. Долго тянут время, задерживают наступление противника. Но Вдур, ага, продолжает делать стелсов. Так надо было это как-то раньше делать. Использую лорда. Здесь возня также продолжается, бесконечная продолжается. Здесь возня, завязли, завязли. Завязли. Эльдар. Ну, врат настроил Эльдар. Гвардос отстраивается. Бенблейд не реализовывается. Не смог реализовать свой потенциал Бенблейд. Красный хаусит. Ой, хаусит, а хаусит. Космодесантник. Без библиария, без неуязвимости. Ну что, к Нобдуру можно было запрыгнуть. Хауситу запрыгивать поувереннее, сломать его поувереннее, подконтролить. А в центре вы проиграли. То есть левая команда, она проигрывает по левому флангу. По центру теперь проигрывает. И, ох, опять пошел делать прыжок. Ну, может быть, сейчас тебя будет ждать успех. Невидимый СМ с плазмой, грейды. Сейчас тебя встретят здесь, без библиария-то. Тебя сейчас встретят здесь, дружище. Невидимая плазма-то тебя встретит. Продавливают, 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 ребята. Продавили, продавили. Че испугался-то? Библа-то нет. Ты же видишь, нету детекта-то, нету. Иди убивай. Все! Еще две плазмы. Две плазмы, ребята. Пометочка на терминаторах. Принц откинул. Орбиталка отменяется. Заново юзает. Опять юзает. Здесь победа. Здесь победа. Армия Нобдура теперь двигается уже к этому красному сну. Игра подходит к концу. Затащили. Гошечка, Хоффман, Нобдур и Систем. Ну, наверное, знаете, все-таки Систем немножечко склонил чашу весов в сторону победы правой команды. Потому что именно он навязал здесь битву. Именно он навязал, он здесь победил.
и продавил, тем самым внес сумятицу в ряды команды слева. Гвардеец пришел помогать. Какое-то время он был здесь против трех, знаете, внес вклад. Но Бдур также вклад внес. На ТЭ-2 ранним полетал, погадил по тылам. Сделал. Он это сделал. Конечно, легко здесь отбились. Конечно, легко отбились. Эльдар ничего не показал существенного здесь. Красный СМ ничего не показал существенного. Пытался, прыгал, но что-то как-то не особо. Не особо. Гвардеец. Гвардеец. Слишком много ненужных зданий на центре было построено против двух некронов. Это две солярки. Смысл турельки-то? Новый Бенблейд. Систем молодец. Хоффман в порядке абсолютно. Ну, Бдур сделал дело. Ну и Гоша не умер. Достижение Гоши не умер. Ну, талончиками слетал пару раз на вот эту точку. Гоша не умер. Ну вот как-то так, ребята. Как-то так. Эльдар. Эльдар крайне слабо. Вот смотрите, какая у меня форсирка. У меня лорд с косой, а форсирка с хвостом волос. Видите, какая красавица у меня. Вот так вот. Бенблейд. Все, этот умирает. Второй умирает. Красный СМ умирает. Два хаммерхеда. Крайзисы. Перил под фандеры. Все, быстро главка пойдет. Останется Эльдар. И Гвардос. Вряд ли вы затащите. ДК. Вряд ли. Игра идет к концу. Но они защищаются. Они еще борются, стоят, пытаются. Ну, это так, доигрывание. Это доигрывание, ребята. Это уже доигрывание. Так, три хэви, дестра. Монолитус. Здесь развал. Все. И здесь продавливают. Ну, Гвардос держится, он что-то пытается. Раньше надо было только пытаться. Раньше. Сейчас поздно. Сейчас поздно. Сожрали аватара. Монолит тебе съели. Тянут времечко, тянут, парни. ГГВП, пишет Гоша. Го-го-го. ГГВП. Ну, 30 минут, грубо говоря. 30 минут. Вот она возня. Тут идет эти свежеватели. Такая возня. Ужас просто. Восстаньте! И никто не встал. Подниматься-то некому было, да? Трупов-то не было. Лорды. Единственный терминатор. 1000 хп. Ничего себе, у терминатора 1000. Почему именно 1007? Почему именно 1007 у терминатора, ребята? Силы Тау. ГГ. ГГ, так понятно, ГГ. Ты только сейчас, что ли, это поняли, ГГ? Только сейчас. Не, неплохо. На Т2 вроде продавила левая команда. Немножечко поддавила, но дальше продвинуться вообще никак не смогла. Никак не смогла. Ладно, так, Киллиан Сан вышел. Его уже здесь нет. Остался один Эльдар. Ну, это так, время тянуть. Времечко тянуть. Лобстер вышел. Все вышли, все. Никого не осталось. Вышли, братцы, все. Что вы думаете по поводу этой катки? Напишите в комментариях. А на сегодня, на сейчас у меня все. Вечером я приглашаю на стандартный
Классический стрим по давну фару, стрим выходного дня, суббота-воскресенье. Мы играем сами, наконец-то сможем сами поиграть в эту чудесную стратегию. Все, до встречи вечером, братцы. Играем сами. Оставляйте комментарии, оставляйте лайки, оставайтесь со мной.